Здравствуйте, меня зовут Сухорукова Ольга Александровна. Я руководитель магистерской программы «История религиозных и этических учений». Наша программа включает 4 модуля. Первый модуль – «Основы современного изучения науки». Он касается всех поступающих в магистратуру. Второй модуль – это изучение мировых религий. Он дает базовые представления о мировых и локальных религиях, что очень важно при изучении истории нашей страны. Мы изучаем этническую историю народов, то есть историю народов, их религии, локальные, их умение, понимание разных культурных особенностей того или иного процесса. Третий модуль – это научное изучение, социологический подход и психологический подход по изучению религий. И четвертый модуль, как мне представляется наиболее интересным, это культурологическое исследование религиозных явлений, событий и религии в том числе. Вы научитесь ориентироваться в современной действительности, понимать, какие сегодня существуют новые религиозные движения и направления. Это поможет вам определить сложную политическую ситуацию. В этом году мы получили 30 бюджетных мест по 3 направлениям, и мы приглашаем всех имеющих высшее образование. Кроме того, педагоги, которые имеют уже образование, закончив нашу магистратуру, получают возможность не повышать квалификацию в течение 7 лет. Спасибо, ждем вас, приходите, мы будем рады.